В рамках мероприятия полицейские проводили профилактические беседы с водителями, напоминали им о необходимости соблюдения правил дорожного движения, использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Пешеходам также напомнили о правилах безопасности на дорогах курорта. Впервые к проведению такой акции были привлечены и ученики сочинских автошкол. Будущие водители призывали своих коллег быть вежливыми на дороге и соблюдать ПДД. Сочинским водителям вручали специальные листовки. Сотрудники полка ДПС считают, что такие профилактические акции дают положительные результаты и большой воспитательный эффект.